Всем доброе утро! Сегодня отличная погода, сегодня солнышко светит, тепло и ветра нету. Не знаю, сегодня выйду я на улицу или нет, но если я выйду, конечно, возьму камеру с собой. Сегодня выходной, сегодня у нас суббота, и доча с Денечкой, наверное, пойдут погулять, а может быть, я с ним прицепом пойду, посмотрим. Вот, ну, будут сегодня какие-то дела или не дела, что будем делать, буду все снимать. Кстати, девочки, завтра 8 марта, и я хочу уже заранее поздравить вас с наступающим женским днем. Желаю всем здоровья, счастья в личной жизни, конечно же, исполнения ваших желаний и, в общем, хорошего настроения весеннего. В общем, всего вам хорошего. Я вас всех люблю. У нас сегодня все занимаются своими делами. Дэня носочки разложил тут. Свои порядочек наводит. Какие носочки, где должны лежать. Вот молодец, да? Мама там пока порядок наводит. Бабушка тут готовит, отвлеклась. И Денечка тоже занят делами. Так, а бабушка варит картошечку. Сделаем пюре. И потом посмотрим, может быть, я еще и борщ сегодня сварю. Пока дочка пошла с Денечкой погулять, я решила все-таки борщ сварить. Вот у меня уже варится. Осталось закинуть капусту, зелень. И все. Будет борщик у нас. Снимать некогда. Монтирую видео. Видео у меня уже выводится. И будет скоро влог вам. Открыла балкончик. Решила проветрить. Жарко у нас ужасно. Вот сейчас придут. Надо будет прикрыть уже. Хорошо, что вот это вот есть форточка. Чтобы Дэня не выходил на балкон. Можно вот форточку открыть. И будет у нас хоть немножечко тут открыто что-то. Дынечка, кушать готовишь, да, Дынь? Не готовишь кушать? Я думала, ты как бабушка режешь фрукты, сыр там, да? Что ты там режешь? Фрукты, овощи режешь. Разложил на столе такой... Ну, молодец. Давай, работай, работай. Занимайся, играйся. Быть. Ура, 8 марта! Ура, 8 марта! Эй, смотрите, какие цветочки доча мне подарила. Красивые какие тюльпанчики. Моя прелесть. Моя прелесть. Это Дэнни подарил. А, это Дэнни подарил. Ты чего вчера от кого цветы получила? Это же Денечка мне подарил. Ой, я и забыла. Мама помогала просто дарить. Дэнни нес тебе. Дэнни нес. Да? Денечка, это ты бабушке подарил цветочки? Скажи. Не трогай. Наверное, хотите. Надо, чтобы они просто стояли. И надо на них смотреть. Дэнни, а ты гостей встречаешь, да, Дэнни? Да. Да, нет. Ты сел вот тут прям решил повстречать возле, возле дома. Кто пришел? Ай, ты мой хороший. Я цветочки. Будешь ухаживать. А ты не держи его так. Это тебе прям домашний цветок. Ой. Блин, я, короче, не знаю. Они скрылся, вот так и все. Покажите цветочки. Покажите цветочки. Какие-то я. Привет. Кто пришел? Жара на улице. Всем привет! Всем привет! С праздником! Настюля, привет, с праздником. Ты моя зайчика. Раздевайтесь. Ну что там, ну разверни, покажи костюмчики. О, Настюлечки. Настюха, смотри. О, тебе костюмчики пришли. Зайчка. О. Да классно вообще. Хорошенький костюмчик. Это я да. Выбирала, ну это да, это выбирали. Вот мы вместе выбирали. Да. Вот.
А то, что мы тогда вместе выбирали, вот да, это вот то, что вам. Нет, нет, посылка еще на почте ждет. А, еще ждет. То, что вот ты выбирала, мы с тобой выбирали. И Виталику, и тебе вот это вот. Так что еще будет подарочек. А я там что-то выбирала? Не помню. Тебе там нету, не знаю, не помню. Я всегда люблю. Я помню, ну это даже ждали ребят. Вот они пришли, когда мы тогда посидели на сайте, повыбирали. Нас с Наташей ей выбрали, с Виталиком ему выбрали. Так что все. Все с подарочками у нас. Настюля, как дела, зайка? Настюля банантик кушает. Вкусный банантик, скажи. Вкусный. Стесняешься? Да стесняется камеры, конечно. Кто ж не застесняется? Все камеры стесняются. Да, Наташа, вкусный панкейк? Очень вкусный. Вот Наташа не стесняется. Сынуля, а тебе понравились? Кофе, панкейки понравились тебе? Да, очень вкусно. Очень вкусно. Ну все, мы пока кушаем панкейки, пьем кофе. Ребята собираются сейчас пойти гулять там куда-нибудь, Дыня не знаю. Ест. Дыня панкейки. Ест панкейки? Ну молодец. Это великое счастье, когда твой ребенок ест. Вот, ну в общем, ребята пойдут гулять, а я останусь дома, завалюсь, включу какой-нибудь сериальчик. Сериальчик. Никуда не пойду, а то я быстро устану с вами ходить. Вот давай собирайся и погнали быстро. Не, я думала... Не, я сначала думала выйти с вами, потом думаю, да ну куда мне, я быстро очень устану и буду мучиться, зачем же мне это. Я лучше сейчас поваляюсь на диване, включу сериал и буду кайфовать. Вот так, я придумала себе занятие, посильное занятие такое. Ну вот упаковочка. Как наши детки играются? Вот они дурачатся вместе, бесятся. Так, а что девчата делают? А девчата примерочкой занимаются. Весенний прикид такой прикидывают, да? Молодцы. Вот, наряжаются, собираются. Да надо, да. Так, Наташе курточку крутую. Ну-ка, давай помери, давай посмотрим. Заценим. Курточку. Класс, это то, что нужно сейчас вот по этой погоде, да? Симпатичная такая. Стильная ты девушка у нас стала. Ну, короче, все в кожу наряжаются. Все сняла. Кожа это всегда кожа. Дочь одела шубку с колготками. Так, а дети что делают? А дети у нас тут дурачатся. Ой, как им здорово, да? Ой, как здорово. Ой, игровой комнаты еще пока нет, но зато здесь раздолье, да? А у нас и барабанчик. Покажу, покажу. Давай-ка, ну-ка, ну-ка, давай. Так, еще не одевала, еще с бирочкой. Он будет вот так. Почему? Ну, ботинки сюда. Ну, ботинки стильнее смотрятся. Мне кажется, в ботинках стильнее, да? Ботинки. В ботинках смотрится стильнее, да. Как я все-таки кайфую, когда я одна дома. Мои ушли гулять с детьми, мои дети ушли с внуками гулять. А я тут по-быстренькому прибрала просто игрушечки и кайфую. Лежу на диване и смотрю фильмы, смотрю по интернету. Вот выбираю в ютубе фильмы и смотрю. Решила пожарить себе отбивные, захотелось мне отбивных. Ну, в общем-то, отбивные выключаю. Делается очень просто. О, какая прелесть. Дочка у меня отбивные не любит, поэтому она их есть не будет. А у нее тушеная говядина, а у меня свиные отбивные. Все. Хотела с ними пойти, но что-то не захотела. Думаю, лучше я уж на диванчике в тишине побуду. Девочки, вот напишите мне, кто тоже любит находиться дома один. Вот один дома, как говорится, да? Кому тоже нравится одному быть дома? Вот мне, я кайфую просто, вот не знаю. С одной стороны, хотелось пойти погулять сегодня. Думаю, хорошая погода, конечно, пойти прогуляться было бы неплохо. А с другой стороны, думаю,
Но это шум, гам, это много надо ходить. Я очень быстро устану от всего этого. Вообще, в принципе, от этой всей тусовки я быстро устану. Я буквально через полчаса или максимум через час уже буду выйти на Луну. А потом думаю, а другая альтернатива – просто поваляться на диване, тупо посмотреть какие-нибудь фильмы, там, не знаю, или сериальчик, или что-нибудь включить интересное. Просто отдыхать, себе что-нибудь вкусненькое приготовить и все. И я все-таки выбрала второй вариант, и вот не жалею, я просто сейчас не представляю, как бы я там уже дурела бы, наверное, с ними. Но я бы сбежала просто, я очень быстро бы сбежала, поэтому и очень бы уставшая пришла уже ни на что бы не способная вообще бы здесь дома делать. Вот, поэтому, ну, для меня вот отдых – это вот такой отдых. То есть каждый кайфует по-своему. Я думаю, что, наверное, вот эти вот все тусовки я уже, знаете как, ну, это у меня уже в прошлом. Это я уже теперь все отдыхаю теперь вот так вот, дома на диванчике. Не хотела даже включать камеру. Потом думаю, ну, надо же вам показать, как я тут кайфую, чтобы вы посмотрели, чем я тут занимаюсь, пока их нету. Я открыла балкон, у меня свежий воздух. В общем, я лежу и смотрю телек. Все. Ну, а мои отдохнут, и пусть хорошо отдохнут. Пусть кому нужно энергию выплеснуть, пусть идут, выплескивают ее. А мне нужно, наоборот, ее поберечь, сохранить и приумножить, чтобы у меня сил хватило на дальнейшие движухи. Вот так вот. А, кстати, хочу поделиться с вами, девочки, чтобы отбивные были сочными и мягкими, и легко жевались, их нельзя жарить долго. Ну вот 5 минут с одной стороны, 5 минут с другой стороны и достаточно. Вот. Ну я просто взяла вот эти отбивные, которые тогда я их резала, когда мясо купила. Вот я их нарезала кусочками, разморозила. Обваляла в яйце, обваляла в сухарях. Ну посолила, перчила соответственно. И на разогретую сковородку. Вот с одной стороны 5 минут, с другой стороны 5 минут. Все, готово. Не, вот с помидорчиком и с лучком будет получше, да? Ну все, теперь я сяду. Возьму пульт и запущу следующий фильм. Я уже один фильм посмотрела. Ой, откусывается и жуется прям легко. Вообще, вкуснятина. Сегодня у всех праздничный стол, и у меня он тоже такой праздничный. Ну все, буду смотреть кино. Всем привет! Наступил следующий день. Сегодня 9 марта, шикарная погода. Ветра нету, смотрите, солнечно, плюс 20 градусов. Отличная погода. В самый раз бы выйти на улицу, но нет, я не могу. А почему я не могу сегодня выйти на улицу? Потому что я жду воду. Вот когда воду привезут, тогда я, может быть, выйду и схожу в магазин. Но если привезут ее поздно, то я уже, наверное, никуда не пойду. Доча взяла Денечку, они поехали стричься. В общем, им хорошо. Они гуляли вчера целый день до вечера. И сегодня они опять проводят время на улице, наслаждаются шикарной такой погодой. Ну, а мне сегодня делать нечего. Я опять лежу на диване, смотрю телевизор, смотрю YouTube, смотрю разные ролики, фильмы и так далее. Вот, готовить мне не нужно, ну, постирать там по мелочи закинула, стирает машинка, я только повесила белье и все. Я вообще думала, включать сегодня камеру или не включать, думаю, ну, нужно же не пропустить же целый день, да, нужно же показать, что сегодня есть день, и он существует, и у меня день похож на предыдущий, сегодняшний день такой же, как и вчера. Вот, ну, ладно, ничего, я не унываю, самое главное, что я отдыхаю, это хорошо. Но вот плохо то, что я привязана к дому, мне нужно дождаться воду, потому что магазин находится не очень-то близко. И даже если они прозвонят заранее, мне нужно будет бросать все и бежать обратно домой. Лучше уже не выходить, а сидеть дома и ждать. Но ничего страшного, подожду. А сейчас я разогрею борщик, мой вкусный-вкусный, шикарный борщик. И покушаю, вкусненький такой получился. Девочки, я вот думаю, снять, может быть, вам видео вопросы-ответы. Вот если хотите, чтобы я такое видео вам сняла, ну, задавайте в комментариях тогда вопросы, на которые вы хотите получить ответ вот в отдельном видео. Вопросы-ответы. Жду ваших вопросов. Деня с рыбками играется, да?
О, Дынечку подстригли. Бабушка уже его искупала. Такой мальчик у нас. Аккуратненько причесочка теперь. Классно. Все. Я в магазин так и не пошла. Смотрела фильм-триллер. Воду принесли. Я его досмотрела пока. И уже вернулась дочка с Дынечкой. Они заодно и к врачу заскочили. Все у нас там нормальненько. Вот. И поэтому дочка пошла в магазин. Я Дыни скупала, и мы сейчас просто дома сидим, мультики смотрим. Вот такие дела. Дело к вечеру близится, и вот у нас никаких планов. Дыня, ты такой забавный иногда бывает. Крутой ты перец. Ой, какой модный парень у нас. Дыня, ты модный парень в очках, да? Одень очки, ну-ка покажи мне. Вот так вот, да? Все, ты теперь в солнечных очках у нас ходишь. Ну, молодец. Дыня водичку пьет с бутылочки. Не с бутылочки, а с бутылки. Да, Дынь? Скажи, со стакана не захотел? Бабушка давала на стакане воду, воду в стакане? Нет, он захотел вот эту водичку с бутылки попить. Да? Сидим, мультики смотрим, все. Вот такой вот вечер у нас. Ничего не делаем, отдыхаем. Ну что, девочки, сейчас иду в умывальник. Сейчас приводить себя в порядок перед сном. Почистить лицо, чисточку сделаю, может быть. Кремлюсь. Буду готовиться ко сну. Я хочу этот влог свой закончить. Такой коротенький вложик получился. В принципе, что я делала вот эти три дня. 7, 8, 9 марта. Ничего не делала, я отдыхала. Вот такой вот влог получился. Не знаю, что я там понаснимала. Но уже сегодня снимать нечего. А завтра уже будет новый день. И уже будет новый влог. В общем-то, завтра я планирую поехать домой. Дочка должна привезти мне мою посылочку от Василька. И я уже буду снимать Василек. Вот. Там заказала я и для сына, и для невестки, и, в общем, там для себя. Ну, посмотрите, что я там заказала. А кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока!